Тариф будет меняться на целом ряде маршрутов. Их номера вы видите на своих экранах. Оплачивать проезд по ночному тарифу в ряде автобусов в Сочи можно будет уже с 10 июля. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства обращают внимание пассажиров на то, что днем тариф останется прежним. Напомню, что в Сочи, как и в других городах России, есть два вида регулярных перевозок. По регулируемому тарифу стоимость проезда устанавливает администрация, и по нерегулируемому цену билета устанавливают сами перевозчики. Детальная информация по тарифам будет размещена в салоне автобуса и на сайте администрации города Сочи во вкладке Департамента транспорта и дорожного хозяйства. Узнать об установленном тарифе на конкретном маршруте, а также уточнить любые вопросы по работе транспорта общего пользования на линии можно по телефонам горячей линии. Номера вы видите на своих экранах.